Билеты на домашний матч футбольного «Енисея» появились в продаже. На поле против красносиних выйдет московский клуб «Велес». Матч пройдет в эту субботу в Манеже в Зеленой Роще. Начало в 17:00. Стоимость билетов от 300 до 500 рублей в зависимости от сектора. Их можно купить на сайте красбилет.ру и в кассах футбол-арены. Енисей сейчас играет в футбольной национальной лиге и пока находится на 6-м месте. А вот хоккейный «Сокол» одержал победу в обоих контрольных матчах против ангарского «Ермака». Игры прошли во вторник и в среду в «Платинум-арене». В первой встрече красноярцы уверенно обыграли соперника со счетом 3-1. Во второй гости сначала захватили инициативу и забили две шайбы. Однако крылатые собрались и ответили им тремя голами. Добавлю, новый сезон «Сокол» начнет уже в начале сентября.